Всем привет! Пап, а камера с другой стороны снимает. Всем привет! Сегодня мы с папой будем опять это Ребята, всем привет! Это я снова, Алекс и Степа. Приветствуем вас снова на нашем канале «Кот в мешке». И сегодня я сейчас принес эту новую посылку. На ней, если видите, написано «Heavy». Означает тяжелое, что-то здесь очень тяжелое. Будем сейчас с вами открывать вот эту из тех 20 посылок, которые мы купили за, за 35 долларов. Степка смотрит, что там написано. Вот. Как если помните, прошлая посылка, там много было посылок, коробка, были очень хорошие вещи. И они были добротные, выгодные, они нам пригодятся. И надеемся, что в этот раз тоже будут добротные вещи. Да, Степа? Да. Думаешь, будут хорошие? Думаю, что да. Ну давай, поехали. Поехали, ребята. Поехали. Поехали. Окей. Сейчас я опущу вниз. Ух! Так, здесь всего много, Степа. Начнем. Вот такая штучка. Это задвижка. Задвижка, видно, для двери. Написано, что для туалетной комнаты, для окна, там или для животных закрывать такие ворота. Стоит она 9 долларов, ребята. Мы, конечно же, запишем это плюс, потому что в хозяйстве всегда пригодится. Пригодится, Стёп? Да. Пригодится. Давай откладывай туда. Будем откладывать то, что пригодится сюда. 9 долларов. Следующее. Ух ты, Стёпа! Бутылка. Вау, это не бутылка. Смотри, тут много. Смотри. Давай, открывай и показывай всем, что это. Так. Спальный мешок. Не знаю, что это. Сейчас открой и посмотри. У нас вот такие мешочки. Их тут у нас 5 штучек. Вот написано, видите, fashion. С бабочкой что-то. Сейчас все аккуратненько откроет. И мы посмотрим, что же там у нас есть. Давай я помогу. Вот там палка. Давай. Открывай. Что-то я не знаю. Прям. Открывай. Вытаскивай. Какой-то кейс. Я взял кейс этот. Давай, это палатка. Ты открываешь, чтобы люди видели. Это палатка. Палатка? Да. Давай посмотрим, что за палатка. Короче, ребята, это я нашел, что это находится. Это... Палатка? Sandproof, чтобы не сыпался песок. Это для пляжа. Стелется вот такая вот подстилка, смотрите, она большая, очень большая, такая подстилка, она стелется на песок, и вот этими вот штырями, или как называют, гвоздиками, она прикрепляется к земле, и через нее как бы написано sandproof, это очень, Степа, очень хорошие штуки, тем особенно тем, кто живет недалеко от океана, от моря. И их могут использовать. Как думаешь, сколько они стоят? Ну, наверное, каждая стоит долларов 20. Степа, она стоит сейчас на распродаже по... Степа, стоит она сейчас 26 долларов. Прикинь? Угу. 26 долларов, ребята. А у нас их тут... 8. А у нас их тут 8 штук. 8 на 26 это будет 208. И мы записываем это, конечно же, в столбик с плюсом. Мы уже сэкономили. Я думал, что это будет вообще... Мы уже сэкономили столько много. Я думал, что это будет... Дальше, ребята. Дальше смотри, что у нас тут такое. Какая-то... Тарелка. Ну, корона, Степ. Ребята. Давай мы откроем. Тут надо аккуратно открыть, чтобы она не...
Сразу это видно заколочки для волос, чтобы вот она такая тяжелая. Для королевы. А, ребята, очень такая добротная корона. Давай покажем ее зрителям. Смотрите, какая. Видите? Вот так вот, видно, одевается девушкам или кто там, женщина вот так вот одевает на нее. Вот так вот, смотри, одевает ее. И вот этими заколочками прикрепляется. Тут есть, видишь, вот тут такие вот дырочки есть. И через них вот этими заколочками прикрепляются. Классная штука. И такая она сделана, как бы, знаете, из металла сделана. И очень много таких вот, если вы видите, кристаллики, блески такие, не знаю, как они называются, Саровские там или как другие. Я нашел, сколько такая стоит. Стоит такая $19. И мы обязательно запишем ее в плюс, потому что это очень, это может нам пригодиться. Да, это можно какую-то постановку играть. Можно постановку, можно, да. $19 все. Скажу сразу, мне это уже начинает нравиться, эта посылка, ребята. Степ, смотри. Вот еще у нас, еще две короны, ребята, у нас три короны. Вот. Вот эти короны можно кому-то подарить, да. А ту можно использовать. Мы их распечатать не будем, потому что мы уже распечатали вот одну, а это пусть будет запаковано. $19, это значит еще две, это будет $38. Дальше. О, Степ, дальше у нас есть вот два одинаковых пакетика. Угу. Тут что-то связано с одеждой. Что-то женская, какая-то женская одежда. Ты аккуратненько открывай. Нет, ну-ну-ну, ты не рви. Вот, замочек тут есть. Открывай его и показывай. Сейчас я... Вот такая... Показывай, рассказывай, что ты думаешь это? Думаю, это просто... Какое-то платье, да? Нет, какой-то костюм, потому что тут и штаны, и... Чтобы его так... Как видите, вот такое. Костюмчик такой какой-то. Не, ребята, это платье. А, ну смотрите, это типа платье. Угу. Это типа платье и это... как бы штаники и платье, да? Да. Теперь бы найти, Степа, сколько это стоит. Ну вот наподобие что-то есть. Точно такого не могу найти, но, знаете, на это будет, наверное, стоить, наверное, $30 за каждую, Степа. А у нас их две. Запишем их плюс. $60. Правильно. Дальше. Дальше у нас вот такой пакетик. Вперёд. Вот видите, какой мешочек. Давай я сейчас открою. Открываю. Давай, я вытащу, я буду сканировать, искать, что это, а ты будешь показывать и говорить. Стоп, это видно какие-то волосы. Это, наверное, парик. Да, парик. Да, это, ребята, парик, сразу видно. Не открывай его, не надо, потому что... Я показываю. Покажи, что это, но его будет потом очень тяжело назад сложить. Такой парик, и вот тут... Ребята, очень заколки. Красивый парик. Очень красивый парик я нашел вот уже на Амазоне. И вот тут стоит... такие заколки. Заколочки, да, стоит он $9. Красиво, вы видите, увидите его крупным планом, как он выглядит. 8,99, $9. Запишем его в плюс. Степ, смотри. Это для животных что-то. Смотрите, дай я покажу крупный план. Смотрите, какие-то игрушки. Давай тут написано Fun for Pets. Что-то, давай я просканирую сперва, чтобы... О, для кошек тоже. Давай тут что-то для животных. Да. Вот они стоят $15. Это плюшевые игрушки для... Степ, это игрушки для, в основном для этого... Собак. Ну-ка, нажми. Видите, они... Смотрите. Они нажимаются. Сразу скажу, у нас нет собак, и мы это кому-нибудь подарим, но мы это использовать не будем. Поэтому мы отправим это в минус. Можем это подарить нашему двоюродному кузену. Отправляем это в минус. Давай мы отложим это в сторону. Давай дальше. Дальше у нас такая коробочка, ребята. Давай я распечатаю. Вот такая коробочка, видите. Сразу видно, дорогая. Ну, не знаю, дорогая. Сейчас мы узнаем. Сейчас я буду сканировать, а ты будешь открывать. Давай, подожди, аккуратненько я разрежу, и ты открывай, показывай. А я буду показывать. Да, открывай. Так. Не знаю именно, что. Какие тут, вещи. А, тут находятся, ребята, очки. Я уже это увидел. Очки, они, не знаю, может быть, детские или не детские? Детские? Да, это детские очки. Синие есть? Синие, короче, для мальчика и для девочки. Написано, вот я нашел, да, Girls and Boys. Подожди. Вот, смотри.
Ух ты, одень, смотри, как мне хотят, посмотри. Все так четко видно. Стоят они, ребята, $15, мы отправим их в плюс. Они обыкновенные очки, то есть нету ни для плюса, ни для минуса, а вот просто вот. Мне очень, кажется, это очки... Очень смотрится как кристальные вот изображения, да. Когда смотришь через него, очень прям кристально, Степ. Ну, вот как? Есть для мальчиков синий. Ну-ка, во, тебе как, хорошо смотришь? Очень хорошо. Всё. А вот так чуть, ну так обычно, можно сказать. 5 плюс, вот так когда смотрю, а вот так вообще 10 плюс. Окей. Часов, думаю, где-то 2 часа. Следующее, ребята. Следующее, это очень, кстати, хорошие штуки. У нас такие были. У нас такие были, мы их, кстати, используем. Это... салфетки для кухни, для всего, что угодно вытирать, и они многоразовые. То есть вы вытер, они не бумажные такие, их не надо выкидывать, их можно продолжать, высохли и продолжать еще использовать. Очень хорошие штуки, мы их реально используем. Давайте посмотрим, сколько они стоят. Окей, Степа, я нашел, они... Где-то они будут, наверное, стоить долларов по 12 за каждый вот этот набор. То есть получается $24. Дальше у нас вот... Вот такая вот детская, какой-то пакетик. Халат, он не даст халат. Я буду открывать, покажу, что это такое. А я уже нашел, что это. Это полотенце. Это не это когда помоешь волосы, особенно это для женщин, вот здесь длинные волосы, и чтобы они высыхали, это вот так, я так понял, одевается вот так, одевается и вот так вот делается. Тут вот такие вот штучки есть, которые... наверное, защелки или да, вот, и чтобы волосы высыхали. Вот такая вот. Кстати, очень хорошая штука, она может быть женщинам полезно. Пригодится. Она стоила оригинально $14. Сейчас она на распродаже, она сейчас стоит $8. И мы ее запишем обязательно в плюс. Потому что я думаю, что Настя и мама. Мамы могут ее использовать. Давай. Все? Или бабуля. Или кто-нибудь убирает это сразу в мусор. Ну, это у нас что-то... Welcome, что-то добро пожаловать. Опять это возле дома вешается. Я вытаскивать его не буду. Вот я точно такой не могу найти, но они продаются по $10. Запишем мы их в плюс. Вот, я извиняюсь, я буду пытаться быстро делать очень много мелких вещей, чтобы вам не надоесть. Вот есть два таких пакетика. Это что-то связано для... Это связано для собаки, для собак. Смотри. Я открывать это не буду, но я сейчас покажу вам крупным планом вставку. Вы увидите, что это такое. Стоит это $8. Это когда день рождения отмечают у собак. Да, в Америке здесь отмечают как бы день рождения у собак. Это одевают им корону, одевают такой как бы слюнявчик. И вот вы сейчас увидите. И вот для этого используют. А мы это поставим, Степ, мы поставим это в минус, потому что нам это, у нас как бы собак нету, и мы это использовать не будем. Но я крупным планом мы покажем, что это такое. Дальше. Дальше у нас вот такие штучки, силиконовые, связанные с Хэллоуином. Вот я вам покажу крупным планом их. Вот они. Что-то силиконовые формочки, но мы не используем. Но мы не используем Хэллоуин, мы отправляем это в минус. Дальше у нас вот такие вот. Тоже с хэллоуинские штучки. Гномы хэллоуинские. Вот такие вот. Тоже мы не используем, не будем их использовать, не будем даже открывать. Отправим их сразу в минус, ребята. Вот еще у нас есть для хэллоуинских штучек. Наклейки тоже. Наклейки какие-то, гномики. Вот они. Вот такие вот. Какие-то бэджики, тоже наклейки всякими с летучими мышами, видите? Вот, давай покажем это. Вот такие вот наклеечки. И отправляем мы это тоже в минус. Давай. Это тоже в минус. Давай, подожди. Все, очень много этих хэллоуинских штучек. Вот они, какие-то всякие баннеры. Да, в этот раз у нас очень много хэллоуинских, и мы их отправляем в минус. Давай сразу их туда. Давай. Минус.
Дальше вот у нас есть такая вот какая-то декоративная штучка. Смотри. А для чего она? Стёп, для чего она такая? Смотри, она вот открывается замочком. Складывается сюда. Может быть, это для подарков каких-то? А? Не знаю. Вот видите, такая вот. Ну-ка, давай посмотрим, может быть, мы найдем, что это. Так, я нашел, что это. Это для подушки. А, ну это для подушки, ребята. Это наволочка для такой подушки, такого размера. Я даже не знаю, будем ее использовать. Наверное, даже и нет. Стоит она $10. Я нашел ее, но у нас цвет такие... банана. Цвет очень красивый, приятный. Мне нравится такое сочетание цвета. К сожалению, мы это использовать не будем. И отправим мы ее в минус. Очень много здесь вещей, которые уходят в минус. У нас там еще что-то есть. Надеюсь, что-то будет очень хорошее. Вот у нас такая уже была. Это такие же очки, Степ. Ага. Да? Нет, подожди, это не очки. А, это парик. Это парик, Степа. Точно такой же парик, вот, который вы видели до этого. Точно такой, ребят, не буду вытаскивать. Просто опять ставлю ставочку. Стоит он $9, и мы запишем его в плюс. А какие-то крючки, ребята. Вот какие-то железные. Вот, не буду я открывать их. Вот они, крючки. Пластмассовые. Непонятно для чего. Это точно мы использовать не будем. Они нам не нужны. Что это? Давай. Степа, это что-то связано. Вот смотрите. Насадки. Насадки. Что-то, опять какие-то насадки для туалета. Вот. Они у нас уже раньше попадались. Это мы тоже использовать не будем, потому что я не знаю, для чего это конкретно. Вот, я не буду даже их открывать. Вот вы видите их, как они выглядят. Коробочка. И я их отправляю в минус. Так, у нас здесь storage bin. Какая-то вот... какая-то... емкость, и, наверное, это для белья, куда складывать белье для стирки. Давай мы просканируем, я посмотрю, найду я это. Это что-то складывать или для электроники, или для... Вот я нашел ее. Для чего? Давайте помогу. Вот, давай помогу. Вот, смотрите. Ну, это, я думаю, что это пригодится. Да, вот. Это... Сюда можно все, что угодно складывать. Даже... Там или книжки, там или... Ну, это всегда можно найти, что сюда сложить. Стоит эта штучка... И можно использовать это просто как бы для обуви. Сюда можно обувь ставить. Можно все, что угодно. Какие-нибудь, может быть, знаешь, полотенчики. Нет. Небольшие там. Он на фотографии нарисован, смотри. iPad, видишь, складывает. Mm-hmm. Вот, и мы идем, стоит это, ребята, $11, и мы поставим это в плюс. Вот у нас опять коробочка с очками, вот, которые, вы помните, были голубые и розовые. И розовые они были или белые просто? Мне кажется, они были какие-то розовые-белые. Сколько они, по-моему, стоили $10. Вот, напишем их в плюс. Так, вот у нас такие штучки. О, это водные пистолеты. Да, это чтобы, когда в бассейне, ты можешь набирать это и... Давай сейчас я просканирую. Сейчас ты откроешь. Я сейчас просканирую, чтобы... Пока есть баркод, не слово. Давай, открывай, я показываю. Скоро лето, поэтому они пригодятся. Называется water gun. Водный пистолет. Их тут 4 штуки. Аккуратно сложи с ним, пожалуйста. Маленько тут сел и... Я хочу показать только одну штуку. Да, одну просто вытащи и покажи, как она работает. Вот. 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 О! Видите как? Смотри, берешь... Смотри, берешь вот так вот, зачерпаешь вот воду, и вот так вот. И вот так вот.
воздух. Вот таких вот 4 штуки, ребята, очень хорошая штука, когда дети идут в бассейн, играются, купаются и играются вот этими, обливают друг друга. Нашел их, стоят они $10, и мы их приплюсовываем. Мне больше нравится с рыбкой. Так, дальше. Дальше у нас вот эти вот перчатки, ребята. Вы помните, у нас их было очень много в прошлых посылок. Перчатки силиконовые. Для того, чтобы, ну, вот такие вот. Для горячей посуды. У нас их реально очень много. Просто. Поэтому я их не буду ни приплюсовывать и не убавлять. Они вот, и даже вот такая штучка есть, видите, берешь так вот и... Вот такой, кстати, не было в тех наборах. Тут тоже 2 штучки. Вот так вот. Даже можно делать вот такое. Берешь и вот так. Так, складываю вот это. Вот у нас есть коробочка, ребята. Тяжеленькая. Откроем сейчас. Ого! Ну-ка, покажи, что это. Покажи, что это людям. А я тоже пытаюсь просканировать, что это. Я сам не знаю, что это, но это связано, что-то с... Туда мерить, например, не знаю. О, все, вот, ребята, такая. Я понял, что это такое. Это очень классная штука. А, тут две. Стоит она $22. Их реально это можно использовать. Это контурная измерительный прибор такой. Я видел рекламу таких штучек. То есть, если это надо, видите, она по форме. Если мне нужно что-то замерить, например, вот этот угол, да, вырезать, да? Видите? Вот мне нужно вырезать по этому углу. Я вот так делаю. Вот. И вот получается контур я рисую карандашом и выпиливаю. Вот. Очень хорошая штука. Стоит она $22. Мы запишем ее в плюс. Также здесь у нас есть вот рулеточка. Пойти положить в... Вещь, вот у нас еще коробочка есть. Ну-ка, Степа, давай. А? Так, потом положишь, все сложишь, все сложишь. Вот смотрите, у нас такие, вау. Что это такое может быть? Какие-то плиточки вот такие вот. Я думаю, что это, наверное, для горячих напитков. Вот ставить на стол вот так вот и сверху ставить. Вот смотрите. Я посмотрю, сколько они стоят. А, нашел, да, они, да, точно, они для горячих приборов. Стоят они $13, и в комплекте 4 штуки. И мы запишем это обязательно в плюс. И вот у нас еще коробочка. У нас здесь, а я понял, это для животных, я так понял, это для кошек, сюда засовывается еда, и вот она, вот видите, вот так вот, сейчас покажу, что было видно, смотри. Вот такая, так она вот выглядит. Вот она вот, видите, катается. Вот так вот. Вот она не переворачивается. То есть котенок или кошка пытается оттуда вот лапой, наверное, достать еду какую-то. Да, это как бы игра. Я нашел ее. Она стоит... Так она ездит. Она стоит $12, ребята. И мы ее запишем обязательно в колоночку с плюсом. Ребята, это была последняя коробка. Да. Сейчас мы подсчитаем, сколько мы сэкономили, если бы мы это приобрели. Да. Друзья, подсчитал я, сколько бы мы потратили денег, если бы
покупали эти вещи, потратили бы мы $537. Вычитаем 35, то, что мы заплатили за эту коробку, да. И получается у нас экономия $502. Было очень много вещей, очень много было ненужных, но даже исключив те ненужные вещи, у нас все равно получается экономия на $502. В принципе, неплохо. Я вот смотрю, есть очень полезные вещи, такие как вещи могут пригодиться дочке или моей жене. Вот. Было, кстати, неплохо. Я в принципе, доволен. Надеемся, вам понравилось. Ставьте лайки, пожалуйста, подписывайтесь. Не ленитесь, поставьте лайк, займет всего пару секунд. Подпишитесь на наш канал, нажмите на колокольчик. Чтобы не пропустить новое видео. Чтобы не пропустить новое видео, Степа подсказывает. Спасибо еще раз. Всем желаю здоровья, всем желаю Божьего благословения, чтобы у вас было все хорошо, чтобы у вас было счастье, ваши семьи были здоровы. И до новой встречи, до следующего видео. Надеюсь, что следующее видео будет распаковка намного лучше. Всем спасибо еще раз. Всем пока. Пока-пока.